Мы впервые решили провести не розыгрыш, а социальный эксперимент. Сейчас мы проверим клинчан на внимательность. Готовы ли они помочь человеку, который, возможно, попал в беду? Помогать мне в этом будет Даниил Краснокутский, корреспондент студии «Сюжет». Он будет отыгрывать роль моего потерявшегося брата. Пойдем попробуем. Пойдем. Простите, пожалуйста, не подскажете, где вокзал? Вокзал? Да. Далеко отсюда. А можете подсказать? Ну-ка. Вон там. А. Здесь ездит семерка и единица прямо на вокзал. А, все, спасибо. До свидания. Где вы его видели? Там где-то видели? Там? Здесь я видела его. Он пошел на остановку. Здесь? Ага. Спросил, как на вокзал. Да. Значит, вот по ту сторону, перед, вот там остановка. Ага, хорошо. Прям хорошо. Вот вы пройдете. Спасибо вам большое, и спасибо. И он поехал на вокзал. Не можете подсказать, где вокзал? Вы знаете, из Дмитрова приехали с другом и, к сожалению, потерялся. Может, попадался вам хотя бы на глазах? Вот, где? Он туда ушел. Куда ушел? Куда? Он там был? Да. Мы с ним вроде здесь были. Как типа вышли из Дмитрова? Вот прямо бежишь? Вот по этой улице, куда спать? Ну, направо. А, все, спасибо. Как раз сегодня только сфотографировались. И это... Ну, он только что побежал на вокзал, в ту сторону. Побежал прямо на вокзал? Он спросил меня, где вокзал. И он вот прямо сейчас вот он вот побежал, минут, да? Минут три, да? Все, хорошо, спасибо. Мальчик, который только что ко мне подходил, спрашивал проезд на вокзал. Он подходил к вам только что? Только что был. А какой? Вот, ну, да, вот этот мальчик? Я не вижу вообще-то, но с ежиком. С ежиком такой, да, он с ежиком небольшой. Да. Он подходил на вокзал, спрашивал? Да. И куда он убежал? Туда, в ту или туда? Туда? Все, спасибо, спасибо. Не видели? Не видели этого мел? На вокзал. На вокзал? Знаете, если честно, когда мы готовились проводить этот социальный эксперимент, я не ожидал такой реакции от людей. Каждый человек откликался на наши просьбы, и каждый показывал, где мне искать моего брата. Ну что ж, сейчас мы решили немножко усложнить задачу для клинчан, и Данил будет изображать немножко побитого ребенка. Посмотрим, как люди будут реагировать. Подскажите, как дойти до вокзала? Ой, ты хромать, лучше доедь. А как? Вот смотри, вот автобус, вот пятерка как раз пошла. Маршрутка 25 рублей, автобус 40. Спасибо, спасибо. Пятерка, спасибо. Я извиняюсь, здравствуйте. А мы, знаете, мы только что гуляли с братом, с моим, из Дмитрова приехали, просто не местные. Который с ногой из подбитой. И может бежит. Нет, вроде он... Мальчик другой спросил, как два. Нет, вот смотрите, вот он вроде не с ногой, он подбитый должен быть. Он, ну, то есть мы только что просто... Сейчас мальчик какой-то спросил, это он, мне кажется. Это он спросил или нет? Сейчас. Только что меня мальчик спросил, когда ехать до вокзала. Так, ну да, мы из Дмитрова просто вот не местные. Я не знаю, это он был точно. Он от вас не убегал случайно? Он не убегал от нас, это мой брат. Это мой брат, нет, он не убегал. Он меня спросил, когда ехать до вокзала. Я показал ему автобусную остановку. Он хромал. Он хромал? Ага, хорошо, спасибо вам. Спасибо вам большое. Не подскажете, где ближайший милицейский участок? Здравствуйте. Не подскажете, где ближайший милицейский участок? Милицейский? Да. Там шкет мелкий не попадался на глаза, только что просто убежал. Побежал туда дальше. Туда побежал? Куда? То есть прямо, да? За ним. Спасибо. О, Дань, ну нашелся наконец-то. Здорово. Ну расскажи, как люди реагировали, когда ты к ним подходил? Ну все, кому я только не подходил, все объясняли мне дорогу. То есть не было ни одного, кто прошел мимо и не сказал: мальчик, отстань от меня, я хочу домой? Конечно, ни одного. Не было. Ну, если честно, да, вот я стоял здесь у семьи, ко мне тоже каждый, да, к кому я подходил, все показывали, где тебя искать. То есть я могу сказать одно, социальный эксперимент точно удался. Клинчане помнят и тебя, и помнят, да, что-то у них спрашивал. Все, Дань, больше не теряйся. Хорошо. Давай. Ребята, я извиняюсь, здравствуйте. А вы не видели только что молодого человека? Потерялся, мы с ним гуляли просто, друг, и потерялся. Нет, где-то. Не видели. Не попадался на глаза? Нет, точно нет. Все, хорошо, извините. Я извиняюсь, да. Вы искали, да? Да. Вот, возле Великанта есть, он там сидит. Там сидит прям? Да, прям сидит, да, на ладно. Заборе, да. Да, ну ладно, я вам объясню, это был социальный эксперимент. Да, понимаем. Ну вам спасибо за внимательность. Пожалуйста. Здравствуйте. Не подскажете, где ближайший милицейский участок? Милицейский? Да. Там нету. И в ту сторону.